Друзья, приветствую вас. Подписчик попросил разобрать акцию Фосагро. Вот смотрите, если мы берем месячный график этой компании, то что мы здесь можем увидеть? Сейчас она находится в консолидации и ходит в диапазоне 2261-2580. Вот здесь вот. Эта компания – это крупнейший производитель фосфорных удобрений. Соответственно, она производит минеральные удобрения, на которые в нашей стране, как правило, пиковый спрос – это где-то весной. Вот. Где-то 26% объема выпуска в денежном выражении приходится на рынок Российской Федерации. Вот. Соответственно, остальное она экспортирует. Вот. Ранее была определенная закономерность. Акции компании начинали расти в период октябрь-декабрь, и потом, когда завершалась весенняя пора нанесения минеральных удобрений в нашей стране, она проседала. Вот сейчас эта закономерность, она не совсем всегда работает, недостаточно достоверно. Вот. И на что бы я обратил сейчас внимание? Ну, для, скажем так, внутридневных спекуляций акция не совсем подходит. У нее оборот там порядка 100 миллионов рублей. Там от 50 до 120 в среднем. Вот, поэтому, конечно, для того, чтобы внутренне такой акции торговать, это не самый лучший инструмент. Если ее рассматривать для каких-то инвестиций на срок, там, допустим, несколько недель или несколько месяцев, хотел обратить ваше внимание, что сейчас компания, она находится вот в рамках вот этого консолидационного коридора в нисходящей траектории движения. А конечной точкой, скорее всего, послужит либо уровень 2362, вот здесь вот, либо она дойдет до диапазона 2286-2260, вот сюда вот. Соответственно, если на какой-то срок ее рассматривать как инвестицию, то ее лучше покупать, ну, либо вот отсюда 2360 со стопом вниз на 20-30, даже лучше 40 пунктов, вот, или же ее покупать вот отсюда 2260, вот. Ну и соответственно здесь надо тогда стоп ставить на 2140, вот здесь вот. Вот. Но это если ее рассматривать как какую-то инвестицию, там, не знаю, на месяц, на два, на три, на четыре. Вот. Но я обращаю ваше внимание, сейчас из-за высокой турбулентности достаточно рискованно даже на такой срок инвестиции делать. Оптимально торговать внутри дня, либо там в течение 1-2-3 дней позицию держать. Вот. Ну, неделю максимум, если вы уверены в том, что делаете. Вот сейчас, с точки зрения какого-то более или менее среднего срока, акция компании, она для покупки не очень интересна, потому что, видите, она в середине вот этого коридора находится. Вот, и, соответственно, здесь она должна куда-то дойти, до какого-то уровня, и тогда ее имеет смысл покупать или продавать. Но я не уверен, что многие брокеры по этой компании разрешают операцию шорт. Ликвидность невысока. Кроме того, я вообще противник операции шорт по бумаге категорически. Если вы хотите акцию зашортить, я считаю, надо делать это через фьючерс. И, соответственно, это можно делать только через те акции, которые ликвидны и у которых есть фьючерсы, более или менее торгуемые. Вот. Сама операция шорт именно по бумагам, лучше ее не проводить, потому что, помимо всего прочего, вы попадаете на процент. То есть вы платите как за кредит процентную ставку. Так, вот если мы посмотрим недельный график, вот у этой бумажки может быть точка, до которой она дойдет, остановится, развернется. Это диапазон 2375-2350. Вот здесь вот. Вот здесь был набор позиций, движения до верхней границы диапазона и потом откат. То есть, в принципе, она вот здесь вот может сюда прийти, если объем не будет расти при пробое вот этого уровня 2350. Вот на недельном графике мы его видели. На месячном, прошу прощения, это неделя. Вот, то, соответственно, здесь она может набрать позицию и пойти тестировать вот эту верхнюю границу 2580 сюда. Если посмотреть недельный график, то, соответственно, сейчас у нас получается восходящая динамика, то есть вот такой восходящий каналчик у нас рисуется, и она тестирует нижнюю границу этого восходящего канала. И, в принципе, действительно, вот в этом графике, то есть если недельный мы рассматриваем, она может сейчас оттолкнуться, вот даже вот сюда, вот чуть-чуть пониже, зайти на 2380-2350, вот в этот диапазон. И, соответственно, если она его не пробивает на растущем объеме, не уходит вниз, она будет возвращаться вот в этот канал. И, соответственно, отсюда идти тестировать вот этот вот сильный уровень у нее 2580. Вот, соответственно, пробитие вот этого уровня на растущем объеме и закрепление здесь приведет к росту акций. И, соответственно, следующая цель у нее будет 2733, которую она будет пробивать. Вот.
Но в том случае, если она вот уходит, пробивает ниже 2350, то, скорее всего, она пойдет вот к этой нижней границе 2262. Вот. И здесь она от нее будет, скорее всего, отражаться и идти вверх. Это в том случае, если здесь будет снижение объемов торгов, вот, и она здесь начнет консолидироваться. Вот. Если же она, соответственно, пробивает на растущем объеме, то, скорее всего, в этом случае она уйдет на 2150, вот сюда вот. Так, это если мы недельный график рассматриваем. Давайте посмотрим дневной график. Так, ну а дневной график, сейчас я вот этот каналчик сотру. Так, ну смотрите, по дневному графику здесь ситуация, в принципе, вот она сейчас отработала вот эту консолидацию, где у нее был набор позиций. Вот, и, соответственно, по дневному графику, в принципе, теоретически, она может развернуться уже сейчас, даже не доходя в этот диапазон, вот сюда вот. Вот, но я бы сейчас ее не стал покупать, потому что нету разворотной формации. Во всяком случае, на дневках разворотной формации и подтверждения о том, что она отпадала и будет идти наверх, пока не появилось. Вот, если мы посмотрим 4-часовой график, давайте его тоже поставим, чтобы детально разобраться, что с бумажкой происходит. Вот, здесь появляются признаки того, что может произойти разворот. Но эти признаки, они пока не особо убедительны. Вот достаточно большой объем вышел, но пока как бы такой разворотной формации уверенно ее нету. Поэтому вот то, что касается... Ну вот по часовому графику здесь разворот произошел, но объема маловато. Объема маловато и заканчивается повешенным вот этот маленький аптренд, совсем крошечный. И поэтому, ну не знаю, пока вот у меня уверенности в том, что он вошел в растущий тренд, нету. Если, я, во-первых, не сторонник того, чтобы такие бумаги с оборотом 100 миллионов рублей, ими спекулировать. Инвестировать такой бумагой имеет смысл либо в том случае, когда стабильная экономическая ситуация, сейчас все-таки не та. Вот, или же вы профессионал вот в этой сфере, которая связана с фосфорными неорганическими удобрениями. Если это так, имеет смысл инвестировать. А если это не так, и вы не профессионал в этой сфере и не знаток большой этой компании, я бы вам не рекомендовал ее покупать, потому что дивиденды она платит не очень большие. Единственное, в чем ее привлекательность, это в том, что она входит вот в этом диапазоне. То есть она входит в этом диапазоне и, в принципе, возможно, когда она подходит к нижней границе, вот здесь ее покупать со стопом 2150. Вот. И когда она доходит сюда, здесь ее продавать со стопом 2645. Вот. Ну а тут сами видите, это достаточно большой ход. Он по времени может занимать там несколько месяцев. И за это время вполне можно реализовать другие успешные идеи. Если же все-таки вы сейчас хотите эту бумажку купить, я вам советую дождаться, чтобы была разворотная формация на дневках или хотя бы на 4-часовом графике. Соответственно, если вы сейчас все-таки ее будете покупать, но я вам это не рекомендую делать. Но есть такие люди, которые они, скажем так, ну, сами принимают решения, полагаются там на свое чутье, на свой расчет, ради бога. То есть на фондовом рынке каждый решает за себя и принимает риски. Если вы в такой ситуации будете покупать, я вот рекомендую поставить стоп вот сюда, вот 2346-2345, вот под низом этой консолидации. Вот, и соответственно, если она здесь начнет разворачиваться, то соответственно цель движения будет вот эта, 2579. Соответственно, вот здесь надо фиксировать позицию. Но я сторонник того, чтобы стоп просто передвинуть, двигать вслед за движением успешным вашего направления цены. В этом случае вы не берете всю амплитуду движения, но если инструмент двигается в верном направлении, вы всегда выйдете с прибылью. И причем эта прибыль будет, ну скажем так, она больше, чем в начальной траектории движения, когда чуть купил, продал. Поэтому если вы вот здесь все-таки решите покупать со стопом 2345 и, соответственно, вот движение к этой цели будет конечной точкой движения. То есть, когда она начнет сюда двигаться, надо просто за ней двигать стоп наверх, вот, а take profit приподнять еще повыше. В принципе, если весной, март, даже накануне весны, февраль месяц, то есть, если появится информация о росте спроса на минеральные удобрения, то, соответственно, по этой компании можем увидеть существенный рост и на фоне благоприятного ситуации на фондовом рынке, после того, как отрастут голубые фишки, ее могут утащить на вот 3050 и даже перебивать вот эти вот хаи. Вот, если сейчас у нас рост продолжится, то, соответственно, там февраль, январь, может быть, даже декабрь по этой компании
при благоприятной ситуации на рынке ее могут тащить сюда. Вот. Поэтому определенная идея здесь есть. Вот сейчас вроде как на месячных и недельных графиках формируется растущий канал. Вот. Вопрос только в том, как она пробьет вот это вот значение. Она его пробьет в том случае, если на рынке, на нашем и на американском, будет рост. Сначала отстрелят голубые фишки, и потом, соответственно, придет череда вот таких вот бумажек типа Фосагро. Все, дорогие друзья, спасибо за внимание.